Мое почтение всем зрителям нашего дела. Спасибо, что нас смотрите. С такой поддержкой, которую вы нам оказываете, мы пойдем очень и очень далеко. Сегодня с вами работаю я, Артур Арутюнян. И Роман Сафронов. Всем привет, дамы и господа. Сегодня будет определенно жарко. Как минимум на бумаге эти бои выглядят очень мощно. А на деле будут еще острее. И перед тем, как мы начнем, я хочу вас попросить, подпишитесь на наш канал в Рутюбе. Для нас это очень важно. Ну что, Ром, пойдем работать? Поехали. Перед началом карда я хочу представить людей, с которыми мы двигаемся бок о бок вот уже 2 года. Это профессионалы своего дела. Давид Багдасарян и Олег Володин. Давайте поприветствуем их. Как настроение, парни? На кого сегодня ставите? Как думаете, какой бой сегодня будет самый горячий, самый жаркий? Посмотрим на кимчи, как на коллегу по цеху. Как это все будет выглядеть в клетке. Так что, думаю, нам всем интересно. Олег, как думаешь, все-таки кимчи сможет одержать победу? Ведь он выходит против бойца. Я не знаю почему, но все считают его почему-то моим братом. Я тоже так считал. Как я могу не поддержать своего брата? Поэтому, конечно, топлю за него и верю в успех. Кимчи вперед. Давай представлять наших судей, с которыми мы сегодня будем работать. Люди, без которых не обойдется ни один бой. Главный судья сегодняшнего вечера – Роман Жолоба. Без рефери в клетке никуда, поэтому поприветствуем Александр Шанс и Дмитрий Валуевич. Также наши замечательные арбитры – Милана Зайцева, Армен Князев и Кирилл Касьян. И всеми любимый врач Магомед Гаджиев. И откроют наш сегодняшний вечер бойцы, которые зайдут в эту клетку сегодня впервые. Они дебютанты нашего промоушена, нашего дела. И первый в синий угол клетки приглашается. Именитый российский дзюдоист. Чемпион России по дзюдо. Основатель и ведущий канала «Дзюдо со звездами». Победитель телешоу «Танцы со звездами». Отец 4 детей. Абсолютно многогранный и разносторонний человек, который пробует себя в ММА. Встречайте! Алексей Лидюнёв! А я напомню нашим зрителям, что Алексей Леденев сегодня вышел из зоны комфорта и проводит свой первый бой по ММА. Пожелаем его удачи аплодисментами. А в красный угол клетки приглашается обладатель звания «Самый большой бицепс России». В прошлом он профессиональный игрок в регби и пауэрлифтер. Уже несколько лет он успешно выступает в поп-ММА и набрал огромную популярность. Просим любить и жаловать. Денис «Большой Папа» Вильданов. Аплодисменты ему! Пришло время позвать нашего рефери Александра Шанса. Александр. Бойцы на середину. Господа, это профессиональный бой, и вы знаете правила. Не нарушайте их. Внимательно слушайте мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Покажите красивый бой. Пожали руки по углам. Алексей, конечно, выбрал испытание не из легких, особенно для первого такого пробного поединка в ММА. Да, интересно будет посмотреть, сработает ли здесь дзюдо, потому что против человека таких габаритов... Ох, первый дзюдо! Это будет быстро нокаут. Да, это уже нокаут, да, друзья. Да, и все. Закончен этот бой, к сожалению, для Леденева, который вышел из зоны комфорта, попробовал себя в ММА, но мы видим, что долго этот бой не продлился. А, подожди.
Неужели нам дадут продолжить с этим? Говорит, он стоит нормально. Ну нет, рефери сигнализирует об остановке боя, но он лежал лицом в пол, и как бы большой папа мог бы сделать из него... Да-да, и рефери подтверждает свое решение, так что все, бой окончен, а большой папа одерживает победу. Подача с таким щелчком на всю арену, и на этом все. На несчастливой 13-й секунде этого боя победу одерживает Денис Большой Папа Вильданов. Денис, мы тебя поздравляем. Челябинск сейчас наверняка радуется твоей победе, но прежде хотелось поговорить с Алексеем. Леш, рефери остановил бой на 13-й секунде. Скажи, как ты думаешь, это справедливо? Нет, только бой начался, я в свою стихию начал заходить. Но он же очень плотно попал по тебе. Ну и что? Ну, в смысле, я начал бороться, останавливается бой. И... Он меня не нокаутировал, ничего не сделал. То есть я прошел в ноги, он начал бить. Ну пусть бьет. Алексей посчитал, что он прошел в ноги. Но, по моему мнению, он просто лицом вперед начал падать. Где я его начал добивать, была пассивная защита со стороны Алексея. Бой остановили, судья поднял мне руку. Ребята, как бы... Давайте, да, аплодисментами поддержим Дениса Вильданова, Леша. Если Леша... Не, у меня к тебе претензий вообще нет. У меня к тебе тоже нет. Молодец. Если Алексей, допустим, захочет в будущем реванш, с удовольствием. Хотел бы сказать огромное спасибо. Ну, все лица, не сказать, что новые, я вас всех давно знаю. Вот, давно уже дерусь по ММА. Всех очень рад видеть. Спасибо нашему делу, что... дали возможность показать себя. Хотел бы также сказать спасибо своей команде. Вот мои тренера. Это Антон Кудинов, Эдуард Абзалимов. Также спасибо менеджеру Виталию Тарасову. Вот. Будем двигаться дальше, радовать вас больше. Я понимаю, что вы хотите крови, но это все-таки спорт. И нужно двигаться по спортивной составляющей. Леш, жму тебе руку, но перед этим все-таки хотела спросить. Может быть, ты хочешь кого-то вызвать? Твой путь в ММА, твой путь в нашем деле, он только начался. Да, с неудачи, такое бывает, это спорт. Но все-таки, может, ты кого-то вызовешь? Смотри, я хотел по нему сперва катком пройтись, но что-то не получилось. И хотел по его другу потом пройтись топор, они там все не разрешат, конфликт. Я хотел по обоим пройтись. Поэтому могу, если он здесь, топора в следующем раз нокаутировать, либо задушить. Спасибо вам, парни. Денис, спасибо большое, удачи. Спасибо. Пришло время продолжать, и следующий бой проведут в клетке нашего дела настоящие профессионалы. Ребята действительно знают свое дело, наше дело. Один из них боксер, другой боец, профессиональный боец ММА. Давайте посмотрим, чья возьмет, потому что бой будет проходить по правилам бокса в ММА-перчатках. Приглашаю бойца в синий угол. Сегодня он дебютирует в нашем деле. Он является профессиональным бойцом ММА с рекордом 8 побед и 2 поражения. Внимание! Лейтенант космических войск из Москвы Алексей Маслов. Синий угол. I got big dreams since like baby I've been joining forces with the likes of an A-team Jumping off of buildings used to be so stimulating Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-whites Play with the fire, you get burned All of my struggles became lessons well learned Сделаю ребятам небольшую рекламу. Алексей Маслов, боец команды SEO Fight. Дайте шуму, ребята! Время пригласить его оппонента в красный угол клетки. Приглашаем боксера, который уже успел добыть яркую победу в дебюте нашего дела. Чемпион Азии по версии IBA в первом тяжелом весе. И сюда он пришел не просто так, ведь он метит на пояс нашего дела. Из Ярцева с любовью Артуш Саркисян!
Сейчас мы увидим противостояние Смоленской области против Москвы. Рефери в клетке Дмитрий Валуевич. Бойцы на середину. На середину. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду. У вас 3 раунда по 2 минуты. Покажите красивый и, главное, честный бой. Руки пожали по углам. Здоровые мужики, тяжи. Артур Саркисян в прошлый раз просто разнес своего соперника, бросил вызов Т-34. Не срослось, но у него есть еще один шанс проявить себя в нашем мире. А я пока напомню, что присоединяемся к Винлайну прямо сейчас. Испытываем свою удачу, переходим по ссылке в описании. Регистрируемся с промокодом «Дело» и получаем фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе, и сделай свою первую ставку совершенно бесплатно. Ну что, успел ты договорить рекламную интеграцию, пока у нас здесь клинч, причем Маслов так теснит оппонента, не дает ему работать. Мы знаем прекрасно, какой бокс у Артуша Саркисяна, и я думаю, что здесь как раз Маслову вот то, что сейчас происходит, на руку. А вот это уже не совсем на руку. Вышел на оперативный простор Саркисян, левый боковой, шикарный. Складывает он своего оппонента. У нас 3 раунда по 2 минуты, бокс в ММА-перчатках. Отсчитывают нокдаун. Ну что ж, одно из первых же касаний уже такое. С последствиями. Да, видим, как заряжается Саркисян. У него очень хорошая техника, именно боксерская. Обрабатывает корпус, периодически еще этажи меняет. Да, бойцу команды Seo Fight сейчас непросто приходится. Но, тем не менее, посмотри, раскрывается. Расслабленно выглядит довольно Маслов. Хотя вот сейчас повело. Ой-ой-ой. Брутальнейший нокаут. Просто улетел. Маслов, смотри, еле стоит. Но стоит. Готов, готов продолжать. Но это, конечно, ненадолго, судя по всему, потому что очень сильно был потрясен. Алексей. Дмитрий Валуевич оценил его состояние. Вроде как готов продолжать. Маслов, надолго ли? Как разряжается Саркисян? Валуевич останавливает бой. Это нокаут. Это технический нокаут от Артуша Саркисяна. Еще один в нашем деле. Хотел подойти, видимо, Саркисян сейчас респектнуть своему оппоненту. Ну, посмотрите, последствия очень серьезные. Действительно, потрясение было жесткое вовремя рефери. Победу нокаутом одержал Артуш Саркисян! Алексей, сперва, как ты сейчас себя чувствуешь? Отошел ли ты от нокаута, все ли в порядке? Ну, был нокдаун, можно сказать, нокаут. Ну, молодец, хорошо пробил, почувствовал. Спасибо. Как тебе кажется, в чем была недоработка? В какой момент ты перестал уже контролировать поединок и упустил нить? Скорее всего, по большей части, то, что я ММА-щик. У меня нет боксерских навыков таких развитых, надо понимать. Насколько я знаю, ты дрался с Магомедом Исмаиловым. Было такое? Давно это было? Первый бой, да. Твой первый профессиональный бой. Как он закончился? Техническим дали победу Исмаилу. Я хотел поблагодарить, во-первых, наше дело, то, что вы организуете, даете ребятам шанс выложиться, шанс поработать, шанс показать себя. Также я хотел поблагодарить Seo Fight, своих болельщиков, своих, тех, кто меня привел поддержать. Также наш клуб «Мир единоборств», который дал мне возможность подготовиться. Ну, не то, что к поражению, во всяком случае, к бою. Так что и своего соперника спасибо большое. Хорошо меня наколотил. Ваши аплодисменты, Алексей Маслов! Спасибо. Артуш, прошу тебя, несколько слов после поединка на центр. Всех приветствую, наше дело. Алексей, братан, спасибо тебе за бой, ты красавчик. Я знаю, что ты вышел на короткое уведомление. У меня должен был быть другой соперник. Спасибо охране, моя любимая. Вот она здесь, я люблю вас. Мои братья, которые пришли здесь тоже поддержать.
Всем огромное спасибо, я всех люблю. Наше дело – сила. Лучшая организация. Откуда в тебе столько доброты, Артуш? Я не понимаю. Может, да давай, мы давай вместе выйдем из клетки и обнимем просто всех, кто здесь находится. Братан, мы добрые люди, ты сам знаешь. Ярцевские ребята все очень добрые. Так что да, милости просим в наш город. Артуш, с кем бы ты хотел провести следующий бой? Потому что вот здесь стоит Сергей Минаков. Также у тебя были какие-то терки с Т-34. И ты заявлял о том, что хочешь забрать пояс у Шульского. Все-таки, с кем хочешь провести следующий поединок? Дайте мне бой за титул, я готов драться. Я хочу уже забрать пояс, короче. Скажи, с Т-34 вы решили свой конфликт или нет? Как такового конфликта не было. Я не знаю, он там что-то говорил, что я там испугался его или что. Если он готов, давайте сделаем этот бой. Я быстро закончу его. Артуш, красавчик. Много уверенности, много силы вижу в твоих руках, в твоей голове. Красава. Поздравляю тебя еще раз с победой. Это было по-настоящему круто. Так, а у нас в клетке Сергей Минаков. Это тот самый боец, который должен был драться сегодня с Артушем. Но по стечению обстоятельств, да, Сереж? Наверное. Наше дело. Всем привет. Меня зовут Сергей Минаков. Я здесь новенький. Я мастер спорта международного класса по кудо и вице-чемпион мира. Поэтому... Артур, что скажешь? Если честно, я очень счастлив, что вот такой парень, мастер спорта международного класса, чемпион мира, вот он здесь теперь. Это круто. Вице-чемпион. Если, Артур, дашь мне после этого боя Павла, когда я сделаю все нормально, красиво, было бы будет четко. Я рад, что он чемпион мира. У меня первый разряд по боксу. Я любитель. Молодец. Я очень рад, что ты классный боец. И посмотрим, кто побьет. Первый разряд по боксу, либо мастер спорта международного класса. Мы поувидим. Если ты побьешь Шульского, я с тобой выйду обязательно. Даже на коротком уведомлении. Дайте шума этого противостояния. Наше дело. Всем пока. Увидимся. Присоединяйся к Винлайн сейчас и испытай свою удачу. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся с промокодом «Дело» и получи фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай свою ставку бесплатно. Если бы я умел так красиво говорить, я бы вот примерно таким же голосом попросил всех наших зрителей нашего дела подписаться на наш канал в Рутюбе. Так что газуйте за нас, ребята, вы нам этим очень помогаете. Ну как тебе, Ром, сегодня поединки скоротечно заканчиваются. Как думаешь, как закончится следующий поединок? Потому что в клетку выйдут два профессиональных, ярких бойца. Оба являются настоящими профессионалами своего дела и слова. Они с нетерпением ждут встречи в восьмиугольнике нашего дела. И мы не смеем их задерживать. Первым в синий угол вызывается спортсмен с крутой бойцовской базой и красноречивым трэш-током. По-настоящему эпатажный боец и его любимая часть противостояния – это трэш-ток до боя. Посмотрим, насколько он сегодня готов подкрепить слова делом. По прозвищу Акула встречайте Таир Агацарский! А теперь пришло время встретить бойца нашего дела. Его рекорд в организации составляет 2 победы и 1 поражение. Несмотря на трудности, которые сопровождали его всю жизнь, он никогда не сдавался и шел всегда только вперед. Давайте встретим бурными аплодисментами настоящего черного тигра Самира Мирзаева. Напоминаю нашим зрителям, что бой пройдет 3 раунда по 2 минуты по правилам бокса. А теперь я зову в клетку Дмитрия Валуевича, нашего рефери. На середину. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду. У вас 3 раунда по 2 минуты. Покажите красивый и, главное, честный бой. Руки пожали по углам. С
сейчас даст отмашку Дмитрий Валуевич, собственно, это и происходит. Ну, а мы на всякий случай напомним, что если вдруг хотите испытать удачу, присоединяйтесь к Винлайн сейчас. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь с промокодом ДЕЛО и получайте фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай свою первую ставку бесплатно. Так, парни уже пытаются зарубиться. Пару раз Самир уже успел так. Ну, не то чтобы пошатнуть, но удивить уж точно у своего соперника. Ну, Даир сам пытается работать первым номером, несмотря на все происходящее. А выжидающая позиция у обоих. Да, мы знаем, что Мирзаев очень взрывной, очень агрессивный. Иногда он даже слишком много сил отдает как раз-таки на старте боев. Потому что пытается снести голову сопернику. Загадцовский идет вперед. Удивительно мало действий пока в исполнении Мирзаева. Мы привыкли видеть, что он просто летит вперед, что он набрасывает ударов как можно больше. Ну вот на старте был, он уже был близок, потому что пошатнуть оппонента. После этого, может быть, решил так чуть-чуть выдохнуть, переждать. И попал сейчас Даир боковым на выходе из клинча. Да, подозрительно спокойный первый раунд. До удивления. Даир ждет ошибки соперника, он пытается его провалить, но Мирзаев очень мало выбрасывает сегодня. Очередной клинч. Хорошо, сейчас Агатарский подошел, пару ударов, зашло неплохо прямо возле сетки. Отлично соорудил комбинацию Агатарский, и Мирзаев пытается ответить, но вот сейчас лишь бы не пропустить ему в ответ. Но я думаю, что не должно быть никаких сомнений. Агатарский был острее, он был агрессивнее, он был просто лучше и гораздо более эффективный в первой двух минутах. Самира Мирзаева. И вот мы видим, что тут же он добавляет в активность, идет вперед. На ближнюю дистанцию входит, но удары не попадают. Вот сейчас перекрывается Агатарский. И по блоку много попадает Мирзаева. Он сейчас уже неплохо попал, но Агатарский уже идет вперед. Что происходит у нас? Невероятная динамика в начале второго раунда. Контрнаступление пытался Агатарский организовать. У нас тут пауза, тайм-аут. Есть сечка Заира. Нужно, чтобы доктор осмотрел и принял решение. Ну, немало ударов, на самом деле, у Самира зашло. Да, много в блок прилетело, но прямо в лоб несколько раз так довольно ожесточенно всадил. Может быть, кто-то в височную область тоже пару ударов залетело. Остановка, друзья, это остановка. Самир Мирзаев побеждает техническим нокаутом. Да, по итогам первого раунда не было совсем понятно, что Самир Мирзаев близок к победе. Посмотрите, какая радость одного из наставников. Угол Мирзаева ликует. Ну, на самом деле, когда он только вышел в клетку, они уже кричали: «Съешь его, Самиру!» 3-1 теперь. Рекорд Мирзаева в нашем деле. Да что у меня стрелял меня? Под бровью неприятная сечка сейчас. Вы можете увидеть крупным планом, нам показывают. Неприятная, конечно. Друзья, бой не прошел еще свой экватор.
Но из-за непредумышленного нарушения правил боец Даир Агацарский не может продолжать бой. И наша судейская коллегия приняла решение, бой объявляется несостоявшимся. Есть судьи, Самир, я понимаю, что ты недоволен. Есть судьи, которые принимают решения, здесь не я принимаю решение. Если есть что сказать, Самир, ты можешь сказать. Обратиться к зрителям. Самир, иди сюда. Тебе слово. Нет, вот сюда, прям вот на середину. Давай, вот зрители нашего дела сейчас, вот прямо сюда, Самир. Всех приветствую, всем салам алейкум. Я думаю, что все, кто здесь есть, и брата, все, кто здесь присутствует, мы гладиаторы. Мы здесь сражаемся. Сечки, что-то еще. Для нас это не помеха продолжить бой. Я сказал, что мы должны показывать красивый бой. Я не знаю, почему судьи отменяют. Не то, что отменяют, останавливают бой. Тихо, тихо, папа, подожди. Сачи, дай. Тихо. Ребят, я могу продолжить бой. Я здесь. Вот я здесь. Если он не может продолжить бой, почему бы не объявить победителя, ребят? Мне это не принципиально. Но я не знаю, чем думают судьи, Артур. Мы здесь, чтобы драться, чтобы здесь была кровь. Это ринг. Здесь должны побоище быть. А не мы здесь в первую очередь, на самом деле, чтобы радовать наших зрителей. Но первое правило – сохранять ваше здоровье. Если врач сказал так, если он остановил Артур, поединок, мы не можем с ним спорить. Артур, Самир, я понимаю твое недовольство, но правила есть правила. На них мы повлиять не можем. Потому что не может противник продолжить бой. Из-за сечки. Я могу продолжить бой. Все, Самир. Этот разговор ни к чему не приведет. У нас есть определенное судейское решение, которое нужно уважать. Я... Даир, есть что сказать? Да, есть. Давай. Я всех приветствую. В первую очередь, спасибо нашему делу, то, что предоставили мне возможность подраться, за организацию, за то, что дает молодым возможность подраться, показать себя, зарабатывать. Самир, тебе и твоей команде хочу сказать спасибо большое, но... Думаю, что эти крики оразить ни к чему. Все здесь знают, что все мои бои я всегда держусь до конца. И после 5 нокдаунов я вставал. Я своему углу сказал, что я готов драться. То, что ты говоришь, что соперник не может продолжить этот поединок. Такого нету. Так как ты готовился я, за те, как пришли, за меня тоже пришли поболеть. Но спасибо хочу бойцам. Сказать спасибо всем моим болельщикам, подписчикам, все, кто за меня болели. Извините, что так получилось. Я видел, Афганистан болеет, там всему афганистанскому народу, салам алейкум, Азербайджану, Дагестану, России. Всем большое спасибо. Извините, что не смогли вас обрадовать, оба хотели выиграть. Сегодня на наше дело приехал Макс Топор. Давайте позовем его в клетку. Макс, ты здесь? Шума Макса Топорова, привет! Аплодисменты, Макс! Всем турбосалют! Я слышал, пока меня не было, кто-то вызывал меня на бой. Этот кто-то, новоиспеченный боец нашего дела, Алексей Леднев. Леш, ты здесь? О, Алексей, ты уже готов? При форме? Ты готов? Я всегда я готов. Я только проехал по твоему другу, готов по тебе проехать. 24 ты на 7. Знаешь, что Венера, не дзюдо? Жалко? Ты готов под дзюдо? Выскочить. Не узнать мое дзюдо. Давай на кулаках. В стойке, да. Я знаю, что все здесь любят шоу, все любят кровь. Давай устроим настоящий бой. Давай ММА устроим здесь. Здесь ММА. В стойке. Зная твой характер, зная, насколько ты бесстрашен, да, и любишь превозмогать что-то, я думаю, месяц-два тренировок, и ты будешь готов с Максом выйти в стойке. Я похороню этот топор войны. Очень громкое заявление. Я предлагаю на следующем турнире нашего дела. Мы решим, на каком. Ты, главное, готовься, чтобы ты был готов. Я думаю, сейчас можно провести стардаун, вот, и ребятам разойтись и уже начать подготовку. Но с тобой я не проиграю, поэтому готовься к серьезному бою. Октагон покажет. Итак, лицом к лицу. Два бойца. Алексей Леденев, Макс Топор. Парни, лицом к лицу проводим стардаун. Совсем скоро на нашем деле мы увидим это противостояние. Аплодисментами поддержим бойцов. Красавцы, парни.
Не будем томить вас, дорогие зрители, и позовем уже в клетку бойцов, которые томятся за кулисами. Противостояние двух профессионалов, которые привыкли доказывать все в клетке, а не на конференциях. Первый боец дебютирует в лиге «Наше дело». Его рекорд в профессиональном ММА – 8 побед и 3 поражения. И самое главное, абсолютно все свои победы он никогда не доводил до судейских решений и завершал поединки досрочно. Он находит время, чтобы тренировать детей и делать из них будущих чемпионов. По прозвищу «Кобра» встречайте Рашид Койчекаев. А я напоминаю нашим зрителям, что бой пройдет по правилам нашего дела. 3 раунда ММА с ограничением в партере 30 секунд. А в красный угол я приглашаю опытнейшего бойца. Его каждый поединок заставляет прильнуть к экранам всех зрителей поп-ММА, особенно сибиряков. Потому что в клетку выйдет их парень. Стойкий, мощный, непоколебимый Эльдар Гарафутдинов, город Омск. Бойцы готовы. Рефери в клетке. Александр Шанс. Прошу на середину. Господа, это профессиональный бой, вы знаете правила. Не нарушайте их. Внимательно слушаю мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки по углам. Интересный бой. Нас ждет 3 раунда по 3 минуты. Правила ММА, соответственно, ограничение работы в партере 30 секунд. Эльдар нам знаком очень хорошо. С Рашидом мы будем знакомиться прямо сейчас. Я напомню, присоединяйся к Винлайн прямо сиюсекундно. Испытывай свою удачу. Переходи по ссылке в описании. Регистрируйся с промокодом «Делай» и получай фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай свою первую ставку бесплатно. У нас уже замес со старта просто. Мы видим, как несколько лоу-киков туда всадил в переднюю ногу Гарафутдинова Койчекаев. И продолжает он это делать. Лоу-кики работают. Почему бы и нет? Рашид как будто бы склонен зарубиться. Хайкиком сейчас промазал. Хорошо, Эльдар ушел. Отметил. Сейчас съел мидл в плечо куда-то. Чуть-чуть успокоилось у нас действо. Но старт был более такой опасный, агрессивный. Аудитория «Нашего дела»! С разворота заряжает Рашид, но совсем по воздуху. Много работает ногами Рашид. Сильно это явно его сторона, поскольку ноги вылетают очень быстро, технично. Но вот сейчас уже видим неудачное попадание в пах. Лоу по внутренней стороне бедра хотел зарядить Эльдар. Но мы слышали даже звук от защиты. Но быстро Рашид пришел в норму. Бой продолжается. Меняет стойки Рашид. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, удастся как-то удивить Эльдара Гарафутдинова. Ну, только что крикнули угловые Гарафутдинова. Покажи ножку. И тут же, прямо через секунду, залетела уже нога. Рашид сейчас прижимает. Хотел на бэкфист зарядиться, но передумал. Плотных попаданий сейчас таких не было. Обошлось. Эльдар не достал хуком. Да, видно сейчас, что Эльдар себя больше сдерживает. Он явно способен на большее. И мы наверняка это увидим. Ну, мы часто видели в других боях, как он же вообще шел ва-банк. На все деньги, что называется. Здесь действительно более хладнокровно действует Гарафутдинов сегодня. Хлесткий лоу. И в ответ тоже лоу-кик. Тут даже более жесткий получился от Рашида. Да, обратите внимание, ноги, все уже. Передняя нога практически не функционирует у Эльдара. Даже вес туда перенести уже не удается. Ну, это все результат тех самых лоу-киков в исполнении Койчекаева. Начал прихрамывать Эльдар. Ну, посмотри, сейчас другой ногой сам зарядил. Опять туда же прилетает. Плюс хай-кик от Рашида. Что идет за финишем. Койчекаев. Фантастическая работа по передней ноге. И посмотрите, да. Улыбается. Гарафутдинов просто улыбается. Скорее нервная улыбка, потому что больно. Мы видим сейчас,
он нормально даже вставать на переднюю ногу не может. Эльдар Гарафутдинов сейчас получает возможность чуть-чуть перевести дух, поскольку еще... Друзья, прекрасный бой, давайте поддержим бойцов! С одной стороны, это плюс для Гарафутдинова действительно чуть отдышаться и прийти в себя. Там и хай-кик взлетел, и еще куча ударов. Но с другой стороны, это возможность отдышаться после удара в пах. Как бы непонятно, что из этого хуже. Почувствовал запах крови. Кричикаев, и я уверен, что сейчас еще несколько лоу-киков в переднюю ногу прилетит. И посмотрите, уже так превентивно подставку делает Эльдар Гарафутдинов. Ой, опять туда летит нога и переходит к добиванию сейчас Рашид. Да, впервые мы видим работу в партере в этом поединке. Вообще в этом карде мы видим впервые работу в партере. И посмотри, уже готов оторвать руку, как будто бы Рашид. Пока. Просто сайд-контроль. Напомню, что у нас ограничение на время работы в партере 30 секунд, но уже конец раунда, так что в любом случае это будет самое финальное действие в этом отрезке. Решил додержать Рашид, да, без ударов обошелся, но очень хороший раунд для Кычкаева. С трудом поднялся сейчас на ноги Эльдар Гарафутдинов. Видно, что беспокоит его все-таки передняя нога, левая нога в данном случае. Надеюсь, что он сможет продолжить полноценный этот бой. И не травма послужит остановкой. Посмотри, какой взгляд у Рашида, да? Он готов просто убивать. Он почувствовал запах крови. Но при этом Гарафутдинов какие удары бы не принимал, он только улыбался в ответ. У него как будто бы так, в ментальном плане не было проблем. Пытается подступиться Эльдар, но не дотягивается немножко. Хотел подхватить ногу сейчас после мидлкика. Выскользнула она. На мгновение поменял стойку Гарафутдинов, но вот пропустив вот этот middle kick, снова вернулся в стойку правши. Тяжело вот так с дальней дистанции. Надо пытаться зайти с хуком, да, с боковым каким-нибудь. У тебя не дотягивается обычно. Поэтому хочется сблизиться и вот на средней и ближней работать. Гарафутдинов, наверное, это еще и для того, чтобы не было замаха под суровейший лоу-кик. Ну и Рашид как бы дает ему, может, чуть поступить. Сейчас вот джебом аккуратненько пронзил. И, опять же, проблемы с левой ногой, в данном случае с передней, это больше, чем просто боль, да? Это и ограничение возможности для передвижения, что вправо, что влево, да? Это и сокращать дистанцию становится гораздо сложнее. А на этом пытался работать Гарафутдинов. И сейчас какой хай-кик он выбросил, но он на ногах, правда, не удержался. Красиво Рашид и ускользнул, и дал подняться, не пошел в партер возиться. Решил остаться здесь, в стойке. С правой руки сейчас хорошо зашел. Кычкаев... Подходит Рашид, но это два удара в блок. В руки. Перестал выбрасывать лоу-кики. Рашид, может быть, он видит, что и без того не так-то просто сейчас Гарафутдинову. Неужели решил пожалеть ногу соперника? Может быть, действительно какой-то щадящий режим, чтобы не приводить к травме, выбрал Рашид. Но он действительно в первом раунде был очень активен в плане этих ударов. Здесь практически по нижнему ярусу ничего от него не прилетает. Уже не первый раз вот этот левый боковой при сближении использует Эльдар Гарафутдинов, но не попадает. Меняет стойку опять. Рашид потихонечку подходит. В этом раунде все гораздо спокойнее. Может быть, Кычкаев решил поберечь силы после активного первого раунда, зная, что и так ведет. Здесь так сбавил темп, объем ударов и все остальное. Может быть, это действительно благородство, чтобы не приводить к травме. Может быть, у него и у самого как бы ноги уже. Ой-ой-ой, попадание, видимо, тычок в глаз получился. Причем обоюдный. А и тот, и другой схватились за глаза. Да, редко такое увидишь. Рефери остановил бой, и сейчас, по-моему, даже позвали в клетку доктора. Доктора позвали именно Гарафутдинова. Хотя Рашиду тоже надо проморгаться. Красный глаз, да? Да, да. Вспоминается поединок Миочи и Кормье. Там тоже зачастую. Ну, действительно, посмотрите, у Рашида прямо есть такой небольшой кровоподтек. Да, но при этом он сидит с открытым глазом, в отличие от Эльдара Гарафутдинова. Ну, досталось и тому, и другому. Поэтому доктор от одного бойца перешел ко второму. И действительно,
Неприятно. Настолько же редко это, как обоюдный нокаут в боях. Плюс-минус. Раскраснелось так глазное яблоко и у Эльдара, и у Рашида. У Эльдара как будто бы похуже все-таки ситуация. Да, побольше проблем, пытается он проморгаться. Но вроде бы это удалось сейчас. Но главное, чтобы врач не остановил бой из-за этого. Делает предупреждение. Рашид уже на ногах, все в порядке. Эльдару чуть больше времени нужно, но он тоже готов. Ну, к его духу вообще никогда не было вопросов, так что я был уверен, что он будет готов, даже если глаз не откроется. Ну, мало кому, в принципе, есть вопросы из тех, кто выходит в клетку в части духа. Не, я мог бы напомнить тебе пару примеров из того, что мы видели на нашем деле, да? Не будем. Про этих бойцов это точно неприменимо. И по-прежнему мы не видим лоу-киков во втором раунде в исполнении Кочекаева. Кочекаев сейчас подступается с правым, таким разношистым. Сейчас пытался очень-очень такие амплитудные удары всаживать, не попал. Эльдар огрызнулся. Рашид показывает, что все в порядке. Ух ты, прямо с гонгом влетает правой прямой в голову Эльдара Гарафутдинова, но это не мешает ему улыбаться и с улыбкой идти в свой угол. Из-за того, что в том раунде не было лоу-киков, наверное, Эльдар очень попроще. Нога могла восстановиться, и он уже, в принципе, свободно перемещается. Потому что в конце первого раунда было прямо жестко. Сейчас апперкотом хотел спороть Гарафутдинов. Ну и пошел тут же Рашид. Подгоняет бойцов сейчас угловые. Но это решающий раунд, хотя вполне возможно для Кочекаева это 2-0. И здесь ему нужно просто достоять до конца. Хотя не факт. Ну да, не исключено, что сейчас Рашид идет 2-0 по раундам. Очень даже похоже на то. Но нет, не факт. Через корпус заходит Эльдар Гарафутдинов. Вот ему точно нужно что-то придумывать. В начале этого раунда вот Рашид запустил хай-кик, но опять же, по ногам он не бьет. Даже интересно, может быть, в интервью после боя спросят у него, почему он не стал дальше использовать эту тактику, которая приносила результат? Да, казалось, он как Джастин Гейджи может чисто за счет лоу-киков сейчас забрать этот бой, не затягивая. Вот снова, да. Сейчас жестко так правый прямой тоже вошел. И в очередной раз он выбрасывает бэкфист, и после этого вдогонку хайкик. Но мы видим, что эта комбинация не заходит. Гарафутдинов очень четко чувствует дистанцию. Еще фронт-кик. Хороший от Эльдара был. Мог удивить он своего соперника. В корпус с левой. Залетает Рашид, улыбается. Идет дальше опять в корпус. Несколько подряд ударов в корпус. И очень активен по-прежнему Кочекаев. Он как будто совершенно не проседает по выносливости. Он сменил геймплан. Кочекаев, да, решил сейчас сделать акцент на работе по корпусу. Ну а сейчас игра на публику. Очень многих такое отношение к своему сопернику сгубило. Дайте аплодисментов парням. Вот, 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 давайте. Дали 5, Эльдар пытался подловить его на этом моменте, так, чуть-чуть наказать соперника, но в итоге оба только посмеялись над этим эпизодом, подразнили друг друга, ну и вот уже финал у нас, чуть-чуть остается до конца всей схватки. Пока у нас тут фаворит довольно очевидный. Да, будет ли какой-то штурм от Эльдара Гарафутдинова, он ему очень нужен, но вот остались ли силы для этого? Рашид призывает зарубиться в счастье. Ну, вот всегда на месте защиты у Эльдара. Высоко довольно держит руки постоянно. Пытается. Снова хайкик и снова мимо. И несколько хороших джебов в этом раунде от Гарафутдинова мы увидели, но не более того. Пожестче. Заряжает. Все заканчивается. Эльдар остановил свою руку прямо в середине полета. По-джентльменски поступил. Ну и опять же, самое интересное узнать у Рашида, почему. Почему он отказался от лоу-киков. Надеюсь, что наши коллеги по цеху узнают этого бойца.
Ну и впечатлил нас. Будем честны, да, Рашид Кайчикаев очень здорово действовал, особенно в первом раунде, просто разносил Гарафутдинова. Все готово для объявления. Итак, друзья, это было красивое противостояние, но в каждом противостоянии есть проигравший и победитель. И сегодня победу одерживает боец из синего угла Рашид Кайчикаев. Поздравим его. Красавчик, Рашид. Очень красивый, очень зрелищный бой. Сначала слово Эльдару. Эльдар, на середину. Эльдар, все твои бои проходят зрелищно. Не всегда ты одерживаешь победу, но мы всегда не сомневаемся, когда зовем тебя, что будет круто. Чего в этот раз не хватило? Техники? Выносливости? Хотя ты выносливый парень. Всем спасибо, кто поддерживал. Поддержите Эльдара, давайте похлопаем ему. Спасибо сопернику. Соперник крутой, не буду отрицать. Если взять регалии мои, он где-то здесь, а я где-то тут. Но главного человека вот здесь должно быть, остальное не важно. Вот. То, что не хватило, но буду честен. В первом раунде ногу отстегнул, ну и все. Все, нога как бы за мной там шагала еле-еле. Так что этот удар прям почувствовал. Ну, остальные удары, ребята, кто хочет меня вырубить, берите с собой кувалду, отбойник, топор, еще что-нибудь. Вот. Подготовка в своем клубе проходила. Спасибо пацанам, кто мне помогал. Спасибо моему клубу, что вы меня всегда поддерживаете. Спасибо «Наше дело», организации, то, что вы всегда открыты, всегда приглашаете. Артур, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Эльдар. Уже двух с половиной, трех лет мы на связи. Спасибо. Эльдар, спасибо тебе. Как всегда, все зрелищно. Как всегда, все на уровне. Рашид, теперь тебе слово. Как ощущения после победы? Доволен ты со своей работой? Всем здрасте, всем салам алейкум. Победой, да, доволен. Весь арсенал, конечно, не показал. Чисто, можно сказать, бокс в ММА-перчатках. Нет, ну было зрелищно, Рашид, было зрелищно. Особенно серия «Удар-удар, нога». Это было классно. Все равно это не все, что я мог показать. Раз это не все, значит, есть причина позвать тебя еще раз в клетку «Нашего дела». И уже показать весь свой бойцовский арсенал. Хочу поблагодарить свою команду Гусейнов и Матим, своего тренера Мухтара от души, всех парней из клуба, всех ребят, кто со мной тренируется. Передаю привет всем родным, близким, родителям, всему Дагестану. Еще что хочу сказать. Ким кой садаку, мулар кой мажах. Хамдулля. Рашид Кайчикаев. Спасибо, Рашид. И я готов драться с любым. Дайте мне соперников. В ближайшее время, месяц-два, я готов вернуться. За нами не заржавеет, Рашид. Спасибо. Давай, от души. V-Line – официальный спонсор UFC в России. Бесплатные трансляции UFC, расширенная статистика на бои и множество вариантов для ставок – все теперь доступно только в приложении V-Line. Убедись в этом сам. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Регистрируйся с промокодом «Дело» и наслаждайся боями на V-Line. Друзья, хотим познакомить вас с нашими партнерами из Inside People. Inside People – это продюсерский центр, объединяющий резидентов по всей России. Сейчас в компании свыше 4000 блогеров. Также Inside People предоставляет возможности рекламного продвижения для своих резидентов и делает все, чтобы они были популярными. Хотите стать популярными? Будьте с Inside People. Также Inside People предоставляет возможности для своих резидентов и делает абсолютно все, чтобы они были популярными. Хочешь быть популярным? Тебе точно в Inside People. А сейчас я хочу позвать в клетку особенного гостя. Сразу заулыбался, Ром, понимаешь? Я тоже. Боец, который выходит в клетку во имя охоты за волосатыми и лысыми головами. Его харизма и смех способны заставить улыбнуться даже самое каменное лицо зрителя поп ММА. А мое это просто особенно. Встречайте бурными аплодисментами по прозвищу «Лысый хищник» Магомед Исмаилов! Мага, братан! Здорово, дорогой! Как жизнь, как настроение? Микрофон, если дашь, я тебе расскажу, как мы.
Дам, конечно. С рук заберу, да, я же тоже, типа, вещающий, как бы, человек. Тебе попробуй не отдай. Настроение у меня бомбовое. Без бомбового настроения я не выезжаю из дома. Я сижу, закрываюсь и сижу, пока настроение не будет мое максимально положительным. Отличная атмосфера, как и всегда. Хочу пожелать всем благ. В любом случае... А, и дайте бой Акопяну уже, в конце концов. Что происходит? Мага, да. Мы все чаще... Да меня все слышат, я, в принципе, громко разговариваю. Просто мне хочется как бы видеть. Да, давай, отлично. Мы все чаще и чаще видим, как ты ходишь по бойцовским промоушенам, именно по ММА. Скажи, вот каково тебе вернуться к нам, вот в родные пенаты? Я говорю, ты же первый раз у нас был. Как тебе наше дело? Выросли? Да, да, выросли. Окей, я же говорю, прогресс... Скажи, что мы лучшие, ё-моё, я этого жду. Объясняю. Я на всех поп-ММА площадках, если вы обратите внимание, там, не буду перечислять, ладно, чтобы вам не создавать суету, но я типа ревизора, знаете, я потом сяду на своем YouTube-канале и скажу, эта площадка говно, блядь, а это нет, это бомба. Вот это с этим не справилось, а это с этим. Поэтому они сейчас в таких переживаниях сейчас все, понимаете? Стол накройте за кулисами, пожалуйста, сейчас для Магомедова. Взорвите барана. Однозначно выросли. Молодцы, сейчас посмотрим, покомментирую, посижу, Мухаммад, посмотрю, насколько противостояние ваше выросли. Еще один вопрос, да, давай. Вопрос к тебе, это для тебя будет комментаторский дебют или ты уже работал в таком качестве? Я уже, да, подвигался в этом вопросе, я иногда могу быть типа вау, а иногда такой, посмотрите, что происходит, дорогие друзья. Вот, так что это уже как бы отпрактиковал так. Но слушай, это... а как ты относишься, когда вот тебе, профессиональному бойцу, постоянно бросают вызовы? Вот кому не попадя именно из поп-ММА? А, слушай, я веселый парень, я веселюсь, поверьте мне, но мне это все весело как бы. Знаете, одно время я был тем самым человеком, который кидал всем вызовы, знаешь? Я помню, да. Вот. За этим было классно наблюдать. Я основатель этого движения, как бы, понимаешь? Я как бы пахан. А это как бы мое вот, как тебя, детище. Отец российского трэш-тока. Не, я тебе серьезно говорю, ты же все это начал, мага. Вот, поэтому я немножечко смотрю, хочется в любом случае, большой интерес есть у молодежи к этим площадкам. Поэтому, если здесь появится человек, который будет говорить что-то правильное, какой-то нести правильный посыл, я думаю, ничего в этом плохого не будет. Тогда следующий вопрос. Готов ли ты выйти в клетку нашего дела и подраться на радость всем зрителям нашего промоушена? Но... Заплатим нормально, сразу говорю. А, ну, ты четко прервал меня, как бы, да. Окей, в таком случае все возможно. Опять же таки, пока я боец смешанного стиля, финансовая сторона решает, на какой площадке я подерусь. Финансовая сторона и оппонент, с кем мне придется биться. Обращаюсь ко всем зрителям нашего дела. Пишите в комментариях, с кем провести бой Магомеду Исмаилову на нашем деле. Это будет по-настоящему круто. А сейчас для всех зрителей нашего дела мы специально пригласили Магомеда Исмаилова, профессионального бойца, чтобы он с нами поработал. Вот даже не знаю, насколько для тебя это работа. Я вот сейчас работаю. А, вот сейчас как раз работает. И прокомментирует бои нашего дела вместе с нашим комментатором Давидом Багдасаряном. Мага, удачи тебе. Для меня это не работа, это удовольствие. Отлично, для Маги это удовольствие. Мухаммад, прошу на комментаторскую позицию под ваши аплодисменты. Давид, а тебе приходилось комментировать с профессиональными бойцами? Было. Ну и как? Тяжеловато, наверное, да? Олег, с Олегом ты уже связан. С Магомедом точно будет тяжело, поскольку... Мне уже страшно, ребята. Традиционный проход в ноги, он всегда так знакомится с комментаторами. Это нормально. У нас будет очень весело сейчас. Мы насладимся боями с Магомедом, да? Это будет уморительно, и я практически буду молчать. Мне кажется, что Магомед сделает все за меня. Друзья, ну я напоминаю всем зрителям нашего дела, голосуйте в комментариях в Рутюбе, кто, по вашему мнению, показал сегодня самый зрелищный бой. Победители разделят приз 100 тысяч рублей чисто вот от меня, от нашего дела. Ну а мы готовы продолжать и переходим к следующему противостоянию. Со-главный бой вечера. Данное противостояние вызовет интерес у любого любителя индустрии поп-ММА.
и точно никого не оставит равнодушным. Итак, первый боец. Давление со стороны хейтеров на этого парня является самой лучшей мотивацией. Он раз за разом принимает для себя новые вызовы, тем самым не оставляя ни одного фаната поп-ММА равнодушным к своей одиозной персоне. Его можно любить, а можно ненавидеть, но бой его точно посмотрите. Встречайте, из Москвы, Артем Фишер! Только на нашем деле, только сегодня, дебют главного спортивного блогера всей индустрии. Человек, который придумал слова «поп-ММА» и уже 3 года обозревает весь сегмент на своем канале. Благодаря ему многие узнали слова «сегмент», «стагнация» и «проспект». И сейчас на нашем деле он появится не в качестве аналитика, а в качестве бойца. Встретим бурными аплодисментами, без каких-либо дополнительных фокусов, храбреца и просто хорошего парня Влада Кимчи. Напоминаю нашим зрителям, что бой пройдет по правилам бокса. 3 раунда по 2 минуты. Влад Кимчи вошел не в свою стихию. Благородно. Рефери в клетке Александр Шанс. Господа, это профессиональный бой, вы знаете правила. Не нарушайте их. Внимательно слушайте мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. Аплодисменты! Магомед, кто фаворит, по-твоему? О, давай не будем спешить сейчас с фаворитом. Кимчи, так сказать, дебютант. Очень волновался, переживал. Я видел это в глазах. Время. Фишер более такой спокойный, да, как бы уже знает, он прочувствовал эту клетку. Знаешь, он выходил с гораздо более грозными соперниками. Наверное, ему поэтому вообще не о чем переживать. Но я прервусь на секундочку. У нас присоединяемся к Винлайну. Бодро, вместе, все сейчас испытываем свою удачу. Переходим по ссылке в описании, регистрируемся с промокодом дела, получаем фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай свою первую ставку бесплатно. Мне нужно было это быстро произнести, пока ничего не произошло в бою. Окей. Ну, вы знаете, как я к этому отношусь, дорогие друзья. Так что будьте умницами. Так. Ну что ж, пока у нас разведочки так пристреливаются, ребята. Фишер дергает, достаточно неплохо себя чувствует. Кимчи неплохо держит ручки. Вот он сейчас вроде бы должен сейчас пристреляться. Оу, и пропускает справа Кимчи. И отвечаешь! Вау, неплохо. Вот это да! Промеж блок прям прилетело так. Да, чувствуется, сейчас будет жарковато. Вот она, пошла работа от Кимчи. Разворачивает его Фишер. Вот интересно, что Влад умеет бороться, но здесь-то борьбы не будет, поэтому вот, как бы, он не в своей стихии максимально. Но это был его выбор. Как бы. И посмотрим, что он сейчас нам продемонстрирует. Дергает. Фишер неплохо двигается, кстати. Посмотрите, как встречает. Артем ушел, так левым боковым снизу подловил. Фишер, не, так сказать, вот на фоне Кимчи неплохо себя демонстрирует. Пока Кимчи все же таки это дебют, поэтому он накидывает Кимчи. Может быть, Фишер немножко недооценивает соперника, поэтому играется с ним местами. На трибунах именно в поддержку Влада кричат «Кимчи, Кимчи». Да, ну, в любом случае, дебют, да, хочется, чтобы, наверное, зрители, чтобы он себя как-то проявил.
Да, Влад-то привык рассказывать про других бойцов, про то, как вообще все складывается в поп-ММА промоушенах, а тут сам оказался в клетке в новом для себя амплуа. Вот сейчас, вот после этого он будет понимать вообще ситуацию жизни изнутри, как бы, после этого противостояния. Поддержим Артема Фишера, вас не слышно! Почему-то... Спросить, почему Фишера поддерживаю, да? Да, естественно. Рванул сейчас. Левый такой размашистый залетел у Фишера. Ну, знаете, я обратил внимание, Фишер вторым номером поинтереснее работает, нежели когда он пытается прессинговать. Вот посмотрите, когда Кимчи идет на него, немножечко у него появляются проблемки, потому что неплохо Фишер встречает. А вот в атаке Фишер не так хорошо себя демонстрирует, нежели чем вторым номером. Ну, выжидает. Ему больше нравится, чтобы Влад атаковал, но Влад сам не всегда идет первым номером. Пропускает, как по мне, косяк такой. И тут проход ноги, еще валят его, как бы. Но это уже как бы не бокс, да. Влад держится за колено, возможно, травма у Кимчи сейчас. А у него там, в принципе, и супер на левой ноге, на колене. Слушай, бой по правилам бокса, и ты говорил, вроде как Кимчи может бороться, а тут... О, неплохие размены! Апперкот прошел у Фишера снизу, слева. Артем так добавил агрессии. Хорошо, стал действовать, хорошо с Кимчи тоже. Но Кимчи... О, пропускай, о! Еще пропустил Кимчи! Очень быстро вскочил, просто отпружинил от конваса и снова на ногах, как будто бы ничего не было. Опять же, таки уже это говорит о том, что он все же таки дебютант. Ну, в принципе, отчет ведут как бы дальше. А если говорить о профессиональном боксе, немножко задерживаются на колени, дабы прийти в себя. Но Кимчи это не потребовалось. Смотрим. Дергает Кимчи. Будет ли он отвечать на пропущенные... Да, неплохо начал работать Кимчи после пропущенных. На передней ручке. Не попадает, к сожалению. Посмотрим, как в конце активизировался Кимчи. То есть ему все равно нужно было пропустить этот нокдаун. Нужно пропустить в бою, чтобы включиться? Иногда на полную, да. Иногда да. Если честно, иногда да. Но вот опять же таки, главное не в челюсть пропустить. В челюсть лучше вообще не пропускать, да? Да. Ну так, сейчас кто же восстановится быстрее? Кимчи или Фишер? Посмотрим. Это секунданты с команды Фишера. Ага. Идет вперед Кимчи. Пропускает справа. Не видел справа снизу этот удар быстрый. Пытается вернуть Кимчи, возвращает. В блок все, в блок, к сожалению. Ну, к духу его вопросов нет, да? Однозначно нету. Вышел и дерется. Накидывает Фишер со всех сторон просто. Сливши, справши. Фишер делает, но Кимчи... Левая зашла очень хорошо у Фишера. Но Влад огрызается, пытается. Скинул сейчас на канвас, давай, Фишера. Фишер успевает посмотреть свой угол, который ему подсказывает, кстати. Посмотрите, размены уже более такие тяжелые, подсели. Оба бойца. Замедлились парни, да. Да. Разрывает дистанцию Кимчи. Фишер тоже устал. Фишер тоже не полон сил. Оу! Неплохой косяк справа от Кимчи. Еще раз попробовал. Неплохо дистанцию контролирует. Да, пару раз попал, ушел. Молодец. Да. Оу! Еще раз. Прямой боковой.
начинает Ким Чен буквально фехтовать со своим соперником. Да, да, что и нужно было ему делать с первым раундом. Но... Ух, сейчас череда ударов по корпусу, смотри, пробил. После остановки пробил, кстати. Да, да, да. Рефери уже пытался вмешаться, но продолжал Фишер наносить удары. Чуть-чуть остается поработать еще. Ну что ж, хочу сказать, что Ким Чи молодец. Хорошо проявил себя, побоксировал. Видно было, что оппонент немножечко поувереннее себя чувствует. Решением судей победу в этом поединке одержал Артем Фишер! Молодец! Артем, я тебя поздравляю. Ты знаешь, да, болел я не за тебя, но ты молодец. Молодец, что одержал победу. Слышал комментарии твоего тренера. Мне самому становилось страшно. Скажи, было сложно или просто? Я скажу, было и нелегко, и несложно. Но если ты заметил, тренер меня ругался, почему я играл все там, можно сказать, выпендривался. На самом деле это не так. Потому что Влад первый раз, он участвует в боях. Я как тоже спортсмен, хоть и никакой, хотел дать ему поработать. Вот представь, ты первый раз в жизни выходишь в клетку, против тебя хоть какой-то гонимый. Страшно там, представить. Да, потом. И вот все равно вот, я дал ему чисто поработать, чтобы он почувствовал, как это, как дерутся другие. Я мог закончить сразу, но я не стал этого делать. Если ты видел, я первый раунд вообще ничего не сделал. Нет, я все видел, но сложилось определенное мнение, да, что вы, в принципе, хорошо боксировали, и Влад по тебе попал несколько раз. Честно, не обратил внимания. Попал, попал. Не, возможно, ну, я не отрицаю, что он по-моему попал, но я что-то не почувствовал. Окей. Следующий, Ершов, я жду тебя. Я тебя подстригу. Влад. Влад, тебе слово. Давайте его приветствуем. Ну что? Да, я пожму тебе руку. С дебютом. Поздравляем тебя, он получился очень непростым, временами кровопролитным. Какие у тебя ощущения? Пора сделать небольшой обзор сразу после боя. Ты написал текст? Что только мог. Ребят, ну, надеюсь, хоть получился бой. Нет, все хорошо. Ну, Артем был сильнее, я не буду сейчас говорить там, что у меня было, нет. Он был сильнее, все равно... Постарался в третьем раунде сделать. Увы, этого не хватило. Что не хватило, Влад? Дыхалка, техника все-таки. Сейчас не хочу с горячей головы в рассуждения вдаваться. Вот, может, действительно, потом обзорчик. Но это будет чуть позже. Я обязательно посмотрю, не переживай. Спасибо. Не за что. Я благодарю тех, кто мне и морально помогал, и в подготовке, и вот 5-6 дней в неделю я уделял время. Колян, можешь подойти? Вадим, пожалуйста. Это мои тренеры. Я, может, честно, сейчас хотел бы извиниться перед зрителями. Многие писали, что я должен был там выиграть. Увы, я извиняюсь перед вами, что, может, не оправдал. Ну, вот так. Ну, свое слово я сдержал. Ты красавчик, ты красавчик. Молодец, хорошо поработал. Вопрос Коле, Колян, скажи мне, чего не хватило Владу, потому что ты его готовил все-таки к бою, да, насколько я знаю? Чуть Владу не хватило, конечно же, опыта. Парень Ким Чи первый раз вышел на бой. И ребята, которые сейчас смотрят, наверное, помнят эти чувства, когда ты впервые выходишь на ринг. Ну, на самом деле, очень достаточно хорошо отбоксировал. Мне понравилось. Ты доволен своим учеником? Ким Чи молодец. Реально, мужик. Ким Чи молодец. Дайте шума! Влад, жму тебе еще раз, десятый раз руку. Ты настоящий мужик. Вышел в клетку, сдержал слово, кстати. Да, вот. Причем, объясню всем зрителям, была такая история. Мы предложили Владу несколько соперников, неопытных, таких же, как и он. Но он сказал, я хочу выйти в клетку с бойцом. Так что, ты красава, еще раз я говорю. Спасибо. Проводим Влада аплодисментами и ждем обзор крутейший.
Давай спросим мнение наших дорогих комментаторов Давида Багдасаряна и Магомеда Исмаилова. Мага, тебе слово, какие у тебя впечатления после поединка, что бы отметил особенно? Ну, одного мне хотелось постричь, это точно. Да, там, с бритвой подойти к нему. Ким Чи — это дебютант, как бы, парень, и проявил себя как дебютант неплохо. Опять же таки, из раунда к раунду он... показывал такой прогресс, немножечко больше понимания, вот больше прочувствовал дистанцию, и к третьему раунду проявлял себя лучше. Хороший дебют для Ким Чи. Вот, и в принципе победа для Фишера. Меня его прическа смущает очень-очень. Я сегодня постараюсь порешать. Ты хочешь его на лосо, да, Мага? Такую же прическу, как у себя? Да, это плюс 200 лошадиных сил. Спасибо, парни. Мы продолжаем. И сейчас я хочу позвать в клетку победителя конкурса, который проходил в нашем телеграм-канале «Наше дело». Он был буквально позавчера. И я пообещал, что человек, написавший лучший комментарий, приедет к нам на бои «Нашего дела». И давайте повстречаем Евгения из Твери. Евгений, Женя. Жень, привет. Привет. Слушай, прочитал твой комментарий. Он действительно тронул меня, до глубины всего сердца. Скажи, чем занимаешься в Твери? Кайфово ли тебе у нас? Я в восторге вообще от организации. Я первый раз побывал здесь. И это совершенно другие эмоции. Это не то, что смотришь там на работе в Ютубчике или в Рутубе. Классно, очень здорово. Все нравится. Вижу знаменитости, которых даже не мечтал, если честно, увидеть. Сейчас пройдет бой Мурата и Андрея Черкасова. За кого болеешь, как думаешь, кто победит? Ну, честно, не имею профессиональной точки зрения, но как-то больше склоняюсь к Черкасову. Хорошо, задам тебе вопрос. Какой из поединков, которые ты уже видел, тебе понравились больше всего? Ну, конечно, смотрю за творчеством Ким Чи. Это было интересно, это медийно именно. Чем занимаешься в Твери? В Твери обычный работяга, электриком на ТЭЦ работаю. Во все эти телеграм-розыгрыши был скептически относился. Гуляю с сыном, смотрю, хоп, смс-ка приходит, результаты розыгрыша. С работы отпросился, все бросил, поехал сюда. Коллеги в курсе, что ты поехал? Как они бы отреагировали? Да, конечно. Ну, молодые ребята в основном у нас работают. То есть все смотрят, все поддерживают тоже. Завидуют. Жень, я рад, чтобы так получилось, что наши зрители имеют возможность приехать на бои «Нашего дела». Я надеюсь, что и дальше ты будешь с кайфом наблюдать за поединками. Жму Спасибо. Руку. От души. Ваши аплодисменты нашему гостю! Винлайн – официальный спонсор UFC в России. Бесплатные трансляции UFC, расширенная статистика на бои и множество вариантов ставок – все это теперь доступно в одном приложении Винлайн. Убедись в этом сам, переходи по ссылке в описании, регистрируйся с промокодом «Дело» и наслаждайся боями на Винлайн. Магомед, раз ты к нам пришел, не могу тебя не спросить. Ты знаешь, да, сейчас какой будет бой? Мурат, легенда, будет драться с ведущим «Домом-2» Андреем Черкасовым. За кого будешь болеть? Я, наверное, все же таки за Мурата поболею. Да, но, опять же таки, я его знаю, его оппонента не знаю я. Вот. А Мурата знаю. Окей, познакомился я с ним... Такси? Ну да. Но не лучшим образом узнал его, но в конечном итоге, в любом случае, человек проявил себя достаточно как положительный персонаж. Вот. Мат я не приветствую, это, конечно, отталкивает меня. Во всем остальном прогрессирует, положительно себя преподносит. Короче, Мурат мне интересен. Интересно, как он себя сейчас проявит. В прошлых поединках я видел, что он борется неплохо. А вот побоксирует ли он сегодня? Вот такой вопрос у меня. Теперь вопрос к Давиду. Давид, ты-то знаешь, кто такой Андрей Черкасов? Ты уже наблюдал его поединок. Как думаешь, кто одержит победу? Сложно сказать. Прогнозы дело неблагодарное такое. Раз Магомед за Мурада, присоединюсь к нему, тоже будем сегодня болеть за Мурада. Отлично, спасибо, парни. Ром, а ты за кого будешь болеть? Вот мне интересно. Я болею за спортивные противостояния. Спасибо. Отлично. Аплодисменты Роману Сафронову. Ну что, дорогие друзья, пришло время завершать сегодняшний вечер. И завершит этот вечер бой
двух непрофессионалов, но двух легендарных личностей. Это Мурат Легенда и Андрей Черкасов. Их конференция вызвала огромный интерес у публики. Это были неподдельные эмоции. Они испытывали друг друга на прочность и испытывают друг другу личную неприязнь. Оба идут в поп-ММА без поражений. И сегодня на наших глазах один из них прервет свою победную серию, а другой заберет все лавры себе. И первым в клетку нашего дела приглашается боец, который навел шороху во всех возможных социальных сетях, деклассировал всех своих соперников и пришел на наше дело за очередной победой. Любимчик публики – Мурат, и как его все называют – Легенда! Меня зовут Мурат, и многие люди считают, что я испытываю определенные проблемы с русским языком. Но отнюдь, где-то глубоко-глубоко в душе я филигранно маневрирую деепричастными оборотами сложно подчиненных предложений. Правильно говорит, у меня нет вопросов для ответа. Он все говорит правильно. Я говорю, как есть, и ты можешь полететь, и он может полететь, любой может полететь, да. Мои эпатажные появления на медиа в платформах поп-ММА могли навести вас на ложный путь идентификации моей личности, но мое внутреннее нутро категорически резонирует с моим внешним миром. В моей душе звучит мелодия Бетховена. И являюсь я поистине прекрасным и самым добродушным человеком на планете Земля. И я не залетаю в клетку нашего дела, чтобы избить Черкасова. Я выхожу в восьмиугольник достопочтенной организации «Наше дело», дабы нанести увечья много неуважаемому Черкасову. И сегодняшний мой путь с точки Гагаринский, дом 3, до Черкасовской, дом 2. Забудьте Мурада, который кинул таксиста. Теперь я кидаю людей только по правилам ММА. 3 раунда по 3 минуты. Поприветствую Мурада. Напоминаю нашим зрителям, что этот поединок состоится по правилам «Наше дело» в дисциплине ММА. 3 раунда по 3 минуты с ограничением в партере 30 секунд. А теперь в красный угол клетки. Мы с достоинством приглашаем бойца «Нашего дела». Несмотря на то, что этот парень уже давно всем доказал в шоу-бизнесе, он не останавливается на достигнутом. И теперь штурмует поп-ММА. Человек слова, ведущий самого популярного телешоу в России, командир воздушно-десантных войск Андрей Черкасов, город-герой, Москва. Каждый день я занимаюсь в зале, чтобы стать лучше. Но когда я смотрел это видео, как ты кидаешь пацана, я думал, что за мирка пакостный. Каждый день я проделываю титанический труд в поисках наилучшей формы. Я тебе и клетку сделаю, и здесь сделаю, и сейчас на улице я тебе сделаю. Давай, что ты собираешься сделать? С каждым ударом по груше я ощущаю силу зверя, которая так и просится наружу. Моя задача – потушить эту звездочку. Ой, бля! Таких, как ты, быть не должно, потому что ты не подаешь порядочный, нормальный пример молодежи. Что мной движет? Вы бы сказали, конечно же, страх, как и всем живым на Земле. Но я с годами научился контролировать свои эмоции и использовать их в своих целях. Сегодня я могу с уверенностью сказать, я ничего не боюсь. Такие мужчины, как я, сделаны из стали. Железные нервы и сдержанный характер – это лишь немногие плюсы, которые я готов дарить взору голодного зрителя. Голодного зрителя нашего дела. Мурат,
Я приземлился. Этот бой за мной, и я спущу тебя в выскочку с небес на землю. Желаем двум сторонам сегодня удачи и зовем в центр клетки Дмитрия Валуевича. Бойцы на середину. Давай, давай, давай. Андрюха, давай. Парни, правила знаете. Внимательно слушаем мою команду. У вас 3 раунда по 3 минуты. Покажите красивый и, главное, честный бой. Руки пожали по углам. Мы готовы начинать. Перед стартом этого, можно сказать, легендарного противостояния, я напомню, что стоит присоединиться к Винлайн прямо здесь и сейчас. Испытай свою удачу, переходи по ссылке в описании, регистрируйся с промокодом «Делай» и получай фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выберет тебе и сделай свою первую ставку бесплатно. Что происходит? Жесткая рубка пошла и бросок от Мурата. Катапультирует Мурат на первых секундах Черкасова. Но у него всего лишь примерно 20 секунд осталось в партере, потому что время летит неумолимо, скоро их поднимут стойку. Ничего, я думаю, Мурат переведет его снова. Скорее всего, так и будет происходить. Итак, контролирует Мурат. Ребята, не тратьте силы. Отдыхайте. Давайте, давайте, ребята! Вау, Мурат оказывается внизу! Черкасов сверху в маунте! Вот это да! Неожиданно! Наносит удары! Да, пошел граунд энд паунд от Черкасова! Мурату нужно что-то с этим делать! Пытается мастить, пытается вылезти из-под дверей. Черкасов забирает спину, идет за удушкой. Сможет ли он удушить отсюда, как думаешь? Вот это да. Нет, чуть-чуть ручки не заправ. Хотя всякое может быть. Забрал Мурат. Время партера. Мурат зол, слушай, очень зол Мурат сейчас. Интересный поворот, кстати. Прямо в голову 2 чисто вошло Мураду. И снова Мурат. Гильотину со стойки пытается Черкас сообразить, но выскальзывает Мурат. Мурат оказывается сверху. Интересно бьется Черкасов, да? В голову успел 2 раза дать. Гильотину со стойки не часто так увидишь для новичков в мире ММА. И улыбается, да, Черкасов, или мне кажется? Ну, как будто или он улыбается. Так дышит. Может быть, это белоснежная капа. Создает ощущение, что он улыбается. Контролирует Мурат. Локоть от Мурада был один такой легкий. Добивание от Мурада. Снова время партера. Итак, смотрим дальше. Кто вымахался, интересно? Кто мне больше кажется, вымахался? Оба отдали много сил, и Черкасов прет опять вперед. О, колено! Мурат поджимает сетки, но его встречают коленями. Черкасов молодец, конечно. Схватился на сетку. Пытается Мурат перевести сейчас. Но Черкасов перехватывает. Переводит. Переводит Мурат. И что же будет дальше? Добивание. Наносит удар, Мурат пытается. Все, кто болеет за Мурата, давайте поддержим его. А Черкасов вымахался. Есть болельщики Андрея Черкасова. Удерживает Мурат, да, наносит удары. Размашистые добивания. Черкасов даже отвечать пытается там снизу. Снова время партера. Признаюсь честно, это гораздо более зрелищный поединок, чем я себе представлял. Интересно, интересно. Ну, Черкасов, кстати, неплохо себя проявляет, кстати, тяжело его повалить, в принципе, и в ударке он поинтереснее, чем Мурат смотрелся в первом раунде.
борьбы проявляли, ниже ударки. Но у Черкасова, видишь, были очень тяжелые попадания в стойки. Плюс он 30 секунд отсидел в маунте и наносил очень хороший удар и сам. Ну окей, скажем, на близкий раунд. Близкий. Но как по мне, Мурат впереди, да? Я бы выбрал Черкасова, наверное. Ну видишь, это хорошо, что у нас разное мнение. Да, да. Без защиты буквально прыгает, ну ладно, соперник каждый раз пытается прорваться в клинч. Кстати, каждый раз я прищуриваюсь. Он без ударов заходит, это, конечно, ошибочно, потому что Черкасов его встречает всегда. Да, 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 меня каждый раз передергивает начало его атаки. Кажется, что он пропустит. Вот застыли они. Переводит. Вымахался Черкасов. Да, Мурат посвежее, думаешь? Да, 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 после борьбы. Мурат чувствует в борьбе себя комфортно. И каждое вот такое столкновение в борьбе будет забрать силы у Черкасова. Ну что, Мурат хорошо сейчас начинает второй раунд, действительно. Все перевернулось просто на 180 градусов. Мурат допускает ошибки чисто по-борцовски. Интересное противостояние. Черкасов плохо дышит, обратите внимание. Мурат так гордо встал, выпрямил плечи. Он почувствовал, что он забрал инициативу во втором раунде. Оп! Снова какой-то невообразимый удар от Мурата откуда-то. Черкасов пытается каждый раз коленом в клинч его цепануть, снизу так поддеть. Интересно так, увернулся Мурат от ударов. Ну, переведет. Ну, застыли. И делает чисто борцовскую, так сказать, промокашку. Дожал Мурат, молодец. И что-то наподобие север-юг сейчас происходит, или гильотина, что-то пытается Мурат задушить Черкасова. Ну да, пытается, наверное, как-то делать гильотину, и просто царь контроля сейчас удерживал уже. Ну, в общем, все в порядке, и у того и другого, но Черкасов дышит тяжело. Посмотрите, что это за заруба! Самое, потому что он демонстративно тяжело дышит. Вот это проблема. То есть это дает энергию его оппоненту, когда он видит, что тот устал. Вот посмотри, эй! Ой, чуть не ошибся, как в первом раунде. Снова на себя. И снова делает Мурат. Чисто, ну, достаточно базовые борцовские приемчики. Да, снова в сайд-контроль выбрался Мурат. Молодец, хотя чуть не ошибся, как в том раунде. Не сладко приходится Черкасову сейчас. Хотя начал он достаточно активно. Вот это сейчас прям битва характера. Мурату сделали замечание, чтобы... Время партера. Бойцу из синего угла замечание. Густое, официальное, первое. Видимо, из-за тычок в глаз, может быть, было, когда они в партер лежали. Тяжело встает Черкасов, но при этом работает. При этом идет вперед. Да, бросать. Посмотрите, какие размашистые удары. Коленом цепанул сейчас Черкасов. Отдает позицию Мурат. Может добить сейчас Черкасов. Отдает позицию. И в очень неудобном положении оказывается. Неприятным для себя. Да, в хавгарде все. И время, но как по мне, во втором раунде Мурат смотрелся снова поинтереснее. Согласен. Несмотря на то, что отдал концовку. Да, я думаю, что второй раунд точно за Мурадом, но по первому есть вопрос. Черкасова. Были у него тоже хорошие моменты.
будет сейчас прыгать с колена, встречать или делать апперкотики. Вот я вижу в углу очень интересного коуча. Да. Светлана Андреева. Да, Светлана Китер. Андреева. Я думаю, она дала сейчас установки начинать с апперкотов там, или с колена. Да? Но будет встречать? Ну, скорее всего, с апперкотов будет начинать. У меня такое чувство. Как Хорхе Масвидаль встречал бы нас на колено. Ну, может быть, или как Дерек Льюис встречал Кирк Сублей с апперкотом. Смотрим. Забирает концовку. Побить нос у Мурада, но дух не сломлен. Посмотрите, идет вперед. Посмотрите, на характере. Непробиваемый Мурад был потрясен, но продолжил наступление. Сейчас будет пытаться бросить и снова. Главное, чтобы он не сделал это на себя. Секунданты обоих углов, отпустите клетку и присядьте. Я накажу сейчас обоих спортсменов. Нервничают болельщики, пытаются снести октагон, поддерживая спортсменов. Одному кричат локти, другому кричат колени. Разводит их, у Черкасова мало сил. Да, очень мало сил, но при этом он делает работу. О, у Мурада тоже их немного. Черкасов? О, на встречных! На встречных ракурсах! Боковые неплохо заходят у Мурада. Подкинул он проблем Черкасову сейчас. Черкасов, мне кажется, уже был уверен, что в стойке точно у него больше шансов. Но вот пропустил сейчас несколько неприятных ударов. Да, да. Но все же таки. Снова на себя роняет Мурад. И сразу в баунти Черкасов. Вот сможет ли свипануть сейчас отсюда Мурад? Сможет ли перевернуть? Пропускает, отдает раунд. Так обидно в концовке. Так. Из-за своих определенных ошибок. Все неплохо складывалось для Мурады, но сейчас Черкасов может отыграться очень хорошо. Наносит удары сверху. Уселся. Просто Мурады сейчас спасет только время в партере. Да. Время партера, как ты и просил, Давид. Вот вам и откровенный разбел, дорогие друзья. Пошло на характере дорабатывает Мурад. Дорабатывает. Черкасов отвечает у сетки. Вот это да. Колено Чисто. Опять от Черкасова. По протяжному зарубились, так сказать. Снова хочет перевести, но и снова усаживает. Снова усаживает. Он Мурад. Помогает Мурад буквально, да, Черкасову? Одну за другой допускает эту, одну и ту же ошибку. Почти в каждом раунде это происходило. Вот Черкасов за счет этого и может забрать бой сейчас. Наносит удар сверху. Оу! Ой, тяжелые Мураду молотки. Мураду нужно что-то делать. Мурад пытается бить снизу. Но, какая блин, концовка жесткая. Характер у него, будь здоров, конечно. Несколько раз Мурад был потрясен в этом бою, продолжал идти вперед, несмотря на то, что ноги не слушались уже местами. Но Черкасов, честно, удивил. Потому что в некоторых эпизодах он показывал, ну, хорошую технику. В этом поединке единогласным решением судей одержал боец из красного угла Андрей Черкасов. Мурад, это было что-то невероятное. Можешь пару слов уделить зрителям? Это был по-настоящему классный бой. Ты молодец, большой молодец. Есть что сказать или пока отдышишься, Мурад?
хочу сказать, подрался до конца, да. Как мог, ты и подрался. Но все нормально. Можно ли назвать этот бой, Мурат, самым сложным в твоей карьере? Нет, в карьере у меня много будет, и в личных, и все. Ну да, нормальный бой, да. Был момент, когда Андрей тебя чуть не задушил. Были ли мысли о том, что вот, типа, сейчас сдамся или нет? Нет, я не сдал себя. Я думаю, задушил, не сдал себя. Мурат, ты красавчик. Я уверен, что к тебе можно относиться по-разному и относиться по-разному. Но сегодня большая аудитория нашего дела и всего поп-ММА болела за тебя. Я пожму тебе руку. Ты большой молодец, красава. Отдыхай. И, кстати, поддержка у тебя тоже хорошая. Молодцы, ребят. А? Дайте шум Андрею Черкасову. Да. Героически поднимается на свои ноги. Андрей, это невероятный бой. Я никогда не думал, что скажу, что этот бой будет таким классным, каким он получился. Доволен ли ты собой? Я, во-первых, приветствую всех, кто находится в зале. Друзья, спасибо вам. Да, дайте шум. Я приветствую всех, кто у экрана. Ну, образно говоря, мы с Муратом сейчас показали, как бы должна была закончиться история в такси. Наверное, если бы был там водитель покрепче, вот получилась бы такая хорошая заруба. Ребят, меня каждый день меня бьют в зале Китек под руководством Светланы Михайловны. Андрей, вы дайте шум этому замечательному тренеру. Светлана Михайловна. Да. Вот даже, может быть, видите, синяки. Это мой братишка Тимур Мамедов мне накидывал. И вы знаете, после тренировок в этом зале, как бы удары Мурата, в принципе, не представляли опасности. Просто нужно потянуть свои 40 лет физуху. Но в любом случае, я всегда говорил, тот мужчина, который выходит со мной в клетку, достоин от меня уважения. Дайте аплодисментов моему сопернику. Потому что это был, Мураду. Потому что это был хороший бой. Это был бой для вас. А по поводу, сразу предвосхищая, с кем ты хочешь драться и так далее. Вот мой менеджер Виталий Тарасов, менеджер всей Руси. Он принимает заявки, обрабатывает, и мы бьемся. А теперь у меня есть послание. Послание ко всем, кто меня слышит. Неважно, какой вы религии. Ребят, неважно, сколько вам лет, сколько вы зарабатываете. Неважно, какого вы возраста. Важно, как вы относитесь к своим родителям. Любите ли вы своих детей? И живете ли вы по совести? И, Мурат, нельзя обижать слабых, нельзя кидать слабых, потому что всегда найдется тот, кто сильнее. Сегодня сильнее оказался я. И я буду дальше тренироваться для того, чтобы даже те, кто ко мне относится скептически, чтобы вы уважали мое бойцовское творчество. Я очень люблю свою маму, я люблю свою жену, я души не чаю в своем сыне. А мой отец, Царство ему Небесное, всегда со мной в моей крови. Вам всем уважение. Спасибо большое. Наше дело. Артур, в твоем лице я благодарю весь промоушен. Спасибо тебе, Андрей. За то, что дали мне осуществить свою мечту. Я поклонник единоборств. Я поклонник Федора Емельяненко. Он лучший. Все, спасибо. Спасибо, Андрей. Подожди. Еще Мурат хотел тебе пару слов сказать. Мурат, я сейчас сказал. Два дня вообще не спал. Вот сегодня 8 часов домой пришел. Искупался, вечером подрался. Бля. И ничего не делал, честно. Как я говорю, все знают, да. И, бля, в принципе, показал нормальный бой жизни. Согласен. Если как бы потренировался каждый день, я бы тебя здесь вообще исчезнул бы. Да. Но сегодня я оказался сильнее. Признай. Нет, сильнее ты никогда не окажешься. Давай всем спасибо, кто пришел. Всем огромное спасибо. Будьте здоровы. Ваши аплодисменты, Мурат Легенда. Давид, ну что, как тебе бой? Сгоряча, расскажи нам. Вот поначалу, когда я узнал, что буду комментировать с Магомедом Исмаиловым пару боев в этом карде, я подумал, что, наверное, круче было бы, если бы это все-таки был немножечко другой поединок. Не Мурада с Черкасовым, а что-то другое, что-то такое с более спортивной такой составляющей во главе угла.
Но это оказалось совсем не так, как я себе представлял. Это было гораздо увлекательнее. Я вот провел некоторую параллель с поединком недавним в UFC Тейшейра против Прохаски, где тоже все на встречных курсах, все время на 180 градусов все менялось. В общем, было весьма увлекательно. Магомед, тогда тебе слово, но очень хотелось бы услышать тебя конкретно в клетке нашего дела. Прямо здесь и сейчас. Под ваши аплодисменты, Магомед! Аплодируйте Магомеду Исмаилову! Исмаилов! Смотри, значок Рутюба сегодня в крови. Потому что вы смотрите «Наше дело», а у нас, как вы знаете, кровавый спорт. Присоединяйся к Винлайн сейчас и испытай свою удачу. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся с промокодом «Дело» и получи фрибет до 10 тысяч рублей. Узнай, какой фрибет выпадет тебе и сделай свою ставку абсолютно бесплатно. Мухаммад, какие впечатления у тебя? Давид нам все рассказал, что думаешь ты? Ну, я был под впечатлением, я там кричал, да, у меня были такие эмоции. Знаете, бывает профессиональный поединок, который вызывает у тебя такие большие эмоции, а бывает поединок обычных ребят, которые подготовились, у которых есть какая-то определенная база, и они выдают вот такую вот жару. Да, я, тут, например, те самые вот такие активные, такие четкие навыки, возможно, мы не разглядим, но... Само противостояние, оно было жаркое. Захватывающее. Да, вот я прямо вот кричал. И я хотел бы не согласиться, да, пользуясь случаем. Да, я самый несоглашающийся спортсмен с судьями. Да. И я бы сказал, что ну вот здесь максимум в этом противостоянии ничья. Это максимум. То есть, опять же таки, мне где-то показалось, что Мурат был поинтереснее в двух раундах. Вот. Но не исхожу из этого. Исхожу из того, что, в общем, окей, первый раунд забрал, второй. Ничейный либо тоже забрал, а вот третий забрал. Давай так сделаем. Первый раунд ничейный, второй забрал Мурат, и третий раунд уже забрал, вот. Когда я увидел Светлану Михайловну в углу, я сказал, в третьем сейчас будут правильные установки, я сказал, что парень будет начинать сейчас с апперкотов там и так далее. Все так и получилось. Третий раунд отдал. Но тут... Как по мне, ничья. Я не вижу. В таких противостояниях я не вижу проигравших тут. Два победителя вышли, красивую такую рубку устроили и разбежались. Так что, ничья. Фух, друзья, это был кайфовый вечер. Вы смотрели лучший поп-ММА промоушен «Наше дело». Для вас работали Артур Арутюнян и Роман Сафронов. До новых встреч, друзья, и будьте сильными. Увидимся на «Нашем деле», возможно, с Магомедом Исмаиловым. Пока! Пока, друзья!